Мэри Галстян нет еще и 20, но вкус больших побед этой красивой девушке уже знаком. Мужчины падают у ее ног от одного только взгляда. Представительницы прекрасного пола тоже падают, но уже благодаря удару Маваши Гери Чудан. Наносит он сбоку, колено параллельно полу, и ударная часть — это голень либо стопа. Один из вариантов — начинать, в общем, с задней ноги, либо с разножки, с передней ноги. То есть разножка, и наносим удар. Когда Мэри выполняет комплексы ката, невольно начинаешь любоваться. Сколько грации и ловкости в ее движениях, не меньше опасности и холодного расчета. Технике мастер спорта по кёкушину всегда уделяла повышенное внимание. Даже в детстве, когда садилась за компьютер. Смотрела видео мастеров, которые исполняют ката, и старалась, то есть, опять же, совершенствоваться, чтобы и в зале, опять же, не ошибиться. Тут работа над техникой, она помогает улучшить свои удары и сделать их более точными и более, скажем, быстрыми со временем. То есть работа над техникой, она непосредственно и оказывает влияние на то, как ты дерешься. На татами Мэри всегда выходит с одной целью – доказать, что красота – не единственное оружие современной девушки. В бою она выкладывается на 200% и с одинаковым достоинством принимает и победы, и поражения. Хотя так было не всегда. Раньше, видимо, очень я расстраивалась и всегда говорила, что все, я не хочу этим заниматься. Это буквально длилось вечер после турнира, и на утро все становилось на свои места. Борьбу со страхами и сомнениями девушка ведет по сей день. Правда, с опытом одерживать победы над собой стало заметно проще. 10 лет ежедневных занятий боевым искусством закалили характер и воспитали дух победителя. Попробуй такую остановить. На самом деле, во время боя, видимо, боль ощущается не так остро, как, допустим, после боя. Тоже чувствуешь, что что-то подбито и что-то болит, что-то тревожит. А во время боя, видимо, это адреналин, либо что-то еще, боль чувствуется не так сильно. В активе Мэри победы на первенствах страны, крупных всероссийских турнирах и, конечно, иппон по разбиванию мужских сердец. Кстати, совсем скоро боль в груди почувствуют и романтичные французы. Буквально на днях спортсменка отправится в Париж, где примет участие в открытом чемпионате Европы среди женщин. Роман Журавский, Алексей Гудков. Все включено.